Удар! Да, этот гол дорого обойдется, но Винлайн заплатит каждому. Винлайн – первый российский букмекер с высшей оценкой рейтинга букмекеров. Даут, атакующий полузащитник, номер 8, рядом с ним Гранит Джака, номер 34, чуть пониже. Справа играет Ибраима Траоре, номер 16, слева Оскар Вент, номер 17, Тарган. Но, видимо, будет отложено уже до следующего сезона. Удар поворотом и гол! 1-0! Бавария открывает счет и делает это Сердар Таски. Матч — это не та игра, где нужно успокоиться. Здесь болельщики ждут праздника. Подача. Томас Мюллер, как всегда, великолепен в верховом единоборстве. Таски касается мяча, и Зомер ничего не может поделать. Вот, смотрите. Вот это касание. Кто знает, может быть, чемпионское. Ничего не смог поделать швейцарский голкипер. Регулярно забивает, в том числе и вот такими вот. Здесь мне показалось, было касание, и изо всех сил здесь разбирают. Франк Рибери забил не просто единственный гол Баварии, это был гол престижа. Удар поворотом и тащит Нойер! Андре Хан, он действительно... И сейчас коснулся мяча последним, перед тем, как Нойер совершил этот сейв. Клубов, как было с Гертой, как стало с Гладбах. Бавария продолжает идти в атаку. Мюллер, удар! Но это не так опасно, как обычно бывает у Мюллера. Роде, он с мячом, пас налево, хотя мог бы и ударить... Но пас туда, очень хорошая передача. И как... Ой, кто-то снял мяч с ноги 25-го номера. Идеальная передача, и чуть было в свои ворота. Оскар Вент не отправляет мяч. Кимих. Гёце пошел в обыгрыш. Гёце. А ударить бьет Мюллер и попадает в соперника. В перерыве или... По окончании матча красиво играет Боруссия и оставляет у себя мяч. Рафаэль оставляет его у себя невероятным образом. Комбинация, и Нойер здесь должен играть. Можно быть уверенным, несмотря на то, что немецкие арбитры очень пунктуально и завершают игру, как правило, сразу по истоках, чуть ли не впервые в сегодняшнем матче. И пошла атака Джака с мячом. Он может и дальше продвинуться. Он бьет поворотом и рядом со штангой. Фантастический, на самом деле, по силе и точности удар. Просто ему для этого маневра нужно пространство. Здесь его было на самом деле немного. Таски очень внимательно следил. Хан открывается в штрафной площади. Туда и подача. Бенатиа и Буатенг провожают мяч. Гневно закричать болельщикам Гладбаха. Может быть, и не касался. А если бы... Игра Баварии немножечко изменится. Пока в атаке Патрик Херман. В одно касание дает и чуть-чуть не хватает. Проявляется вот в этом эпизоде. Еще плюс ко всему был рикошет от Берната. И, вероятно... Отличная передача. Выход к воротам. Андре Хан примерился, ударил и забил. 1-1. Гладбах сравнивает счет. Андре Хан настырный, настойчивый. Это было отлично. Смотрите, центральные защитники. Даже не так. Сцепление между центральным защитником и крайним защитником оказалось недостаточным. Рафинья бежал спасать родину, хотя упустил перед этим верно открывавшегося Андре Хана. Ну а пас получился между двумя центральными защитниками, которые в данном случае не разобрались, как действовать, и позволили Хану слишком многое. Пробежал 46 метров, обыгрывая на своем пути футболистов. Разве Бавария со своей... плотной игрой может такого себе позволить. Удар поворотом, опасный момент. Рекордный, еще одно качество, которое отличает команду Гвардиолы, очень мало пропускает. Это по-прежнему рекордный показатель для Баварии, вообще для Бундеслиги. Напомню, что на данный момент лучший показатель в истории. В этом отношении приятную традицию. Вот Францем воспользуется. Пас направо. Дуглас Коста вышедший на замену. Удар поворотом. Примерно такой гол он забил ворота Штутгарта, но удар был сильнее и точнее. И не был рикошет. А здесь был от Хавьера Нордвита.